Друзья, добрый день! Тема сегодняшнего видео – это то, как нас хотят лишить качественной еды, сделать яйца золотыми, а мясо птицы недоступным для большинства людей. И если говорить прямо, привести к голоду. Минсельхоз разработал проект новых ветеринарных правил. Я вас ознакомлю с ними, но надо сказать, что по оценкам экспертов, на долю личных подсобных хозяйств и фермеров в России приходится около 18% производства яиц и около 8% производства мяса птицы. При этом в России уже на протяжении минимум полугода отмечается сокращение производства яиц, а по итогам года наблюдалось снижение производства мяса птицы. Новые ветправила на птицу стали официальным документом. Минсельхоз опубликовал проект на госсайте, где выкладываются все новые обязательные требования. В описании под роликом я напишу все ссылки и на этот госсайт. У нас с вами время до 22 ноября. То есть практически времени нет, чтобы предотвратить запрет на частное птицеводство. Значит, о правилах. Первое. По новым ветправилам, если у вас есть хотя бы одна курица или перепелка, вы обязаны вырубить все деревья на своем участке. Неважно, что это за деревья – яблоня, грецкий орех или дорогие декоративные деревья. Либо вы держите птицу, либо ваш сад. Выбирайте. Второе. Свободный выгул запрещен всем птицеводам при содержании от 51 головы любой птицы. Ограниченный выгул птицы только под крытым вольером, и то только до 1000 голов. Дальше уже только напольное содержание или клетка в режимном объекте. Третье. При этом от 51 головы вы уже обязаны построить дезбарьер, заполняемый дезрастворами, не замерзающими на морозе. Дезбарьер в том числе должен быть рассчитан и на ваш автомобиль. Четвертое. Если вы держите всего 1000 перепелок в помещении 15 квадратных метров, то вам нужно иметь участок размером 4 гектара. Таковы нормы и формулировки определения расстояния до ближайшего соседнего жилого дома. Пятое. А свыше 1000 голов, даже если это перепелки, вы держать не сможете, так как сразу попадаете в категорию птицефабрики, а это уже закрытый режимный объект. Шестое. Вы мечтали заняться органическим птицеводством? Забудьте. Пастбищная система содержания в третьей редакции новых ветправил – все это доступно только для содержания до 1000 голов птицы. Седьмое. Для поения птиц вы обязаны использовать только питьевую воду. У каждого ли в деревне или станице есть централизованный водопровод с питьевой водой? Нет? Нет питьевой воды? Значит, откажитесь от птицы. Восьмое. Достанется не только ЛПХ и КФХ птицеводам, но и птицефабрикам. Многие из них не смогут выполнить обязательное требование в 1000 метров до ближайшего жилого дома. Все эти птицефабрики под угрозой переноса или закрытия. Каков будет итог? Новые ветправила приведут к закрытию большинства птицеводческих хозяйств. Второе. Останутся только птицефабрики. Третье. Миллионы людей, проживающих в сельской местности, останутся без средств к существованию, так как птицеводство – это самый доступный вид сельскохозяйственной деятельности на селе. Четвертое. Продовольственной безопасности будет нанесен существенный ущерб. Пятое. Так же, как и социально-экономическому развитию сельских территорий. Шестое. Еще больше людей, лишенных экономической базы, уедет в города. Сельские территории продолжат пустеть. Седьмое. В конечном итоге это нанесет ущерб национальной безопасности нашего государства. При этом ни одна цифра в документе не имеет обоснования. Полно пунктов с ответом от Минсельхоз, информация уточняется. Это говорит о том, что документ не обоснован, не просчитаны риски, расходы и негативные последствия от утверждения таких обязательных требований. Для недопущения запрета птицеводства в ЛПХ и КФХ, первое, нужно как можно больше отзывов на государственной платформе Regulation. Зайдите на Regulation,
Ссылку я под роликом оставлю. И пройдите авторизацию через госуслуги. Сайт поначалу работает медленно. Пожалуйста, наберитесь терпения. Это важно для всех, кто не хочет остаться наедине с птицефабриками. Третье. Перейдите по ссылке. В правом верхнем углу нужно поставить дизлайк. И далее опускаемся вниз, находим строку «Ваши предложения». Однократный клик, и открывается список вопросов, по которым вы можете высказать свое мнение. Нажмите «Добавить», и откроется окно, в котором вы можете дать ответ на выбранный вопрос. После того, как вы написали текст ответа, нажмите «Сохранить», и ваш ответ будет добавлен. Если в переходе по ссылке выше вам будет сообщаться, что вы все еще не авторизованы, тогда авторизуйтесь через кнопку «Войти», а затем войдите в раздел «Проекты», далее раздел «Текст», в окне «Поиск» нужно набрать слово «Содержание птицы». Вам нужен документ об утверждении ветеринарных правил содержания сельскохозяйственной птицы в целях ее разведения, выращивания и реализации. Двойной щелчок по наименованию документа, а дальше зайдите в раздел «Ваши предложения» и оставьте свои комментарии по всем вопросам, предложенным платформой. Четвертое. Вы можете писать комментарии от себя, но, пожалуйста, пишите конструктивно, без оскорблений, иначе это делу не поможет. Вы можете пользоваться текстами в закрепленном комментарии к этому видео, но лучше писать от себя. В описании под роликом, я еще раз говорю, я напишу все ссылки. У нас есть время до 22 ноября, чтобы предотвратить запрет на частное птицеводство.